Так, новости. Ну, на Филиппинах у нас все идет, в принципе, хорошо, но могло бы идти еще лучше, побыстрее. Что это означает? Это означает, что участники и руководители все же недостаточно активны. Вот надо поактивнее пропагандировать систему, рассказывать о ней людям, знакомым, какая она хорошая, добрая, что всем здесь все платится. Это же правда. Ну вот рассказывайте об этом. Никто же не призывает там лукавить, что-то там лгать. Просто правду рассказывайте. Ну а так, что еще сказать? Собственно, особо говорить нечего. Просто надо работать, работать и работать. И тогда будет результат. Ну, это же и так очевидно. Ну, в целом, повторяю, все идет хорошо. Я просто вот призываю, что могло бы идти еще лучше, как показывает опыт других стран. Если бы руководители и участники были поактивнее. Но так, тем не менее, в принципе, и без того хорошо идет все. Ладно, тогда до следующего моего выступления. А еще я считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое.